я буду первая. Нет, ну, я это нечестно. Не, ну как, это моя бабушка. Ну, а самому младшему нужно уступать. Я ближе. А я самая младшая. Она ближе, самая младшая? Да. Значит, по-сусидски, Карине, первый будет. Ну, баба Дуська. Валько, ты еще спишь? Рассказывай. Да, мне же интересно, что Карина. Мне как интересно. Да точно, что-то плохое. Кто это конфеты поел? Я не ела. А ну перестаньте биться за конфеты. Не бачу на конфеты уже тут. Антон, мам, там слон. Я сейчас там слона. Ой, Каринка, любов, любов тебе буде. С женатым? Нет, с чернявым хлопцем. А что он светлый? Приезжим. И я так хочу. Приедет на тракторе, город садить. Вау. По вечерней дороге. Агроном, наверное. С грошима. Ух ты. Буду богатый. Что, ну, что без левой руки, правда? В смысле? Ну ничего. Без рук, без ноги, без не коліка. Ничего. Ну так карты кажут. Любить тебе буде. З такими кудрями отакими. Зато любить буде. В сапогах кожаних до колін. Так ног же нет. Так как это? Руки тільки одної нема, з ногами. Дарина. Ну, вже повезло, тут ноги. Робота буде. Головне, робота буде, так. Багато в нього гектарів городу. Багато. Так що і тобі прийдеться ж там лежись оховати і вибирати. Да. І на таку колхозницю будуть робити колхозки, такі як ви оце. Понятно. Да. Каріна, все буде хорошо, все, нову хату построїш, машина буде. Все просто замечательно. Сигарет немає, мать моя. Накручу собі одну сигарету, а то хай. О, дівчата, є так, хорошо. А де ж моя горілка? Треба йти шукати заначку. Ой, спасибо. Теперь буду самая богатая. Колхозниця. Да. Давай ще позавиду до цієї колхозниці. А ну, собирай карти, Каріна. Бабулечка, ну, тепер мені. А нам? А вам після мене. Ну, ладно, вальси погадаю. Що я після Валентина Івановна? Та ну так нечесно. А. Так. Мне этого, министра, пожалуйста. Ага, сейчас побачим министра. И с яхтой, с самолетом. Ага, ага. Трехэтажный дом. Яхта, чтобы плавала. Гадаю, среди... вальці цьом пальці. Сейчас побачим, что это за яхта. Третьим разом лучшим часом. Ой, Валько, не знаю, директором школы, похоже, станешь. Ого! Это же классно. Ух ты! Буде оце привезеш на нашу шею не двох дівчат, а бачу, 30 точно буде. Ой, а клопотів скільки. Так в школі, понятно. Там в школі ж, в твоїй школі. Ой. Дітей вчити треба, якщо не я, то в тебе діти. Образування ніхто не отримає, всі будуть глупі. Може, щось там. А деньги будуть? Та ну будуть гроші, хабарі братимеш, будуть гроші. Бабушка. Это неправда. Ну да, я карты только... не брешуть. Вот на что деньги собираются. Ни на что. А то, похоже, у тебя яхта шторы. Там будет. На шторы в клану. А на яхте шторы. Собираем. Короче, Вальков, все будет тебе хорошо.
Ну, это хорошо. Ну, подробности могла бы не рассказывать. Нет, как карты лягли, так и я так и кажу. Ну, а что скрывать? Спасибо. Все, спасибо. Может, хату матери построишь лучше? Что там у папы произошло? А ну, девочки, сходите, посмотрите. Мало ли что там. А видишь, у меня жизнь будет интересней. Директором стану, а ты просто замуж выйдешь. Я буду богатая. Я, сказали, тоже не бедная. А чего вы так кричите? Что у вас случилось? Та жук лазовый какой-то. Лучше помыли мне за сигарет. А что это такое? Как это? Это табак. Табак? Да. Ой, как чай пахнет. Не, не чай, тут табак. Нет, пахнет как какая-то липа. А как это делается? Вот сейчас ждите, я сейчас покажу. Я табак забыли сюда, надели сигарет. Оп! Оп, и сядет. Все. Ух ты! Прикольно, прикольно. И тут должно быть 100 штучек. Ого. В смысле, мы это делать будем? А что, я вам показал, чем можно показать. Чем можно? А нам что? Не, мы просто так делать не будем. Да, взамен что-то нам нужно. Нам нужно как бы там что-то. Ну ладно, конфеты куплю. О, ладно, это хорошо. Тоже хорошо. Да. Конфетки я люблю. Так, все, вы куда? Надо мне по делам. Правильно. Ой, сейчас положи. Ну, а вы не бачили, где Дунька горілку заховала? Нет, не знаю, но может у нее спросить, она может. Да не, Дуньки питать нельзя. Пошел, я шукаю. Так, а что вообще изначально делать? Короче, смотри. Ой, сейчас чихну. Быстро. Не чихну. А куда ты вообще у Мельку пошел? Так, наверное, папа отдыхать пошел. Дневной сон у него. Наработался. Коли він віддихав просто так, дневний сон ось обідалечою після пляшки. Це точно пішов шукати заначку. Пріська на велосипеді почту розвозить, а він по заначку. Надо йти дивитися, вип'єш все. Та я думаю, ви ошибаєтесь. Ага, ошибайтесь. Помоч? Помоч. Ні-ні. Господи. Поки дойду, так все вилегає. Йдем назад же. Ой, клас. Давай одну себе замикаємо. Зачем? Ну, в смысле, зачем? Ну, в смысле, зачем одну? А, ну, можем две. Ну, все попробовать можно было. Тем более, он все равно не заметит. Не-не, подожди, вот это вот ты меня только что сейчас натолкнул на мысль, то, что он может заметить. Тогда лучше одну. Как он может заметить? Ну, может, у него там все по счету. Как тут, может быть, все по счету скажем, а он сказал 100, а у нас... А тут сколько? 100? Бумажечка порвалась. Это же бумажечка. Так, закрываем. И... Оп! И... Получилось! Скручивай и на базу, и к нам. Слухай. Давай. Оп! Нормально? Да видно, это же вообще... Блин. Ну так поправь. Так, подождите. Що не заховали. Ай, Пріська, заховала десь. Де ж ти заховала? Дома день не можна нічого даже випити. От безсовісно. Де ж вона заховала? Ой, ой, божечки, як же ж тут важко. А випити так хочеться. Ага. Не найду. Що ж робити, а? От безсовісні. Один виходний і того немає. Ой, Боже мой. Ні, не маю. Так, тут наліво немає. Причин теж нема. Дай туди може бути. Це вже інтересно. Немає. Що ж його робити? Піду ще раз шукати тоді далі. Давай, пробуй. Дівчата, а що ви тут робите? Здрасте. Ми сигарети дідусі робимо. Да. Це що, Малька попросив? Ну, так. Да. Он нам за це взагалі конфети пообіцяв. Да, от хитрий сказав... старий жук. Да. Нічого він вам не купить, ніяких конфетів. Ну, в смислі не купить? Припахать дівчат.
Його натура сільська, знаю. А вона сказала, щоб мені не говорив. Чтобы никто а де він є взагалі? Ну, от же ушел. Так от, ну, там куди-то ушел, не важно, там куди-то. Ладно, розберемося. Ну, крутіть, крутіть, дівчата. Угу. Держим за головою. Памелько! Оу! А що тут шукаєш? Порядки навожу, убираю. Знаю твої порядки. Горілку, небось, шукаєш, так? Да? Ні. Так її тут немає. Понятно? А де вона є? А нема в нас взагалі в хаті горілки. В тебе є. Я знаю, тебе є полюбе. Я ж тебе люблю дуже сильно. Ну, всегда мене любив. Та любив все время. А що тобі за пріською бігав, не за мною? Ну, не получилось так. А хто ж саме лучше танцював на танцях у клубі? Я ж, а не пріська? Да ти. Ну, а хто мене до того проводив? В чарочку. Хорошо. Не знаю, не ну, Мелько, ну... Ну, це як сказати, що я сама красива і лучше от пріськи. Сама красива, найкрасивенніша. І вареники в мене добріші, чим у пріськи. Саме добріші, да, да, да. Єдинственної. Ну, хорошо. Ой, ладно, щас, а ти тут будь. Стою, давай. Слышиш, я так подумала, может уже все-таки пойдем, попробуем, ну, то, что у меня за ухом. Да, ну, знаешь, как-то давай чуть попозже, ну, там же Валька сидит. А там Буська ж пришла с Амелькой. Что мы будем делать? Попозже? Ну, попозже они... мы не сможем, потому что мы начнем кушать, все это точно будет телепаться, и мы не так сможем. Так а если свалит нас Валюха? Смотри. Там Валюха, она нас вообще не видит. Тут это бабушки. А туда, ближе к выходу, мы пойдем, и как раз будет видно весь обзор. Ну? Давай быстрее соображай, потому что либо сейчас, либо никогда, а? Ну так тоже нельзя, Аня. Ну, один раз живем, ну почему бы и нет? Ну ладно, пошли. Вона ходить, аж руки трясуться. Дунь! А поцелуй? Я тебе люблю, ну потом. Коли потом? Потемніє. Ну хорошо, як стемніє, жду тебе біля клуні, коли пріська спать ляже. На. Добренько, дякую. Зажигалка. Вот ты вообще дурочка. Так а зачем нам зажигалка? А как мы подпалим сигарету, по-твоему? Вот, блин, ну точно. Что ты без меня делала? Так, нам судьба уже говорит. Попробуй. Я попробуй. Боюсь. Давай, что ты? Я боюсь. А ты умеешь ей пользоваться? Ну да, вот так, смотри. Я видела, там нажимают как рукой. Подожди, давай лучше так встанем, чтобы мы вдвоем видели. Ты же даже нифига не видишь. Там дай сигарет. Да ты мне измазал своей маной. Как ее вот, ну так же, да? О, пепел. Да тихо, тихо, блин. Ой, пепел, не пепел, а что это? Это я первая буду. О! Тихо, тихо. Волосы убери. Тут я зараз свалю. Так а что вы делали? Мы ничего не делали. Мы вообще ничего не делали. Что вы делали? Я зараз ей расскажу, Валя. Что вы ничего не делали? Пожалуйста, не говорите. Так делала, быстренько. Я с работы уставшу, давай, объездила в кучу сам. Давайте вы не будете никому не рассказывать. Так мы же ничего не делали. Так, лозину зараз. Идем, идем, идем. Быстро пошли. Идем. Выкинули. Выкинули заразу. Да, бегом, бегом, бегом. Это попали. Ну да. Ай, Богу милую, чего ж таки? Помалька. Я
ж на роботі була. Ти що робив ось? Де робота не роблена, все нічого не зроблено. Ти що? На доску дивися. Ні. Зараз у цим чемоданом як там оце. Я не бачив. Так, ну став. Бігом. Давай, сюди мені оце й буде. Давай сюди, давай, пошли. Пошли, йдемо.